Друзья, всем привет! Сегодня на нашем канале мы с вами рассмотрим, как установить данную программку Microsoft ПК Manager на свой компьютер в обход Microsoft Store. Ну, смотрите, я не могу установить себе на компьютер данную программу. Вот, у меня выдает ошибку. Ну, возможно, мне нужно установить Microsoft Store на свой компьютер, но я не хочу этого делать. Вот, и соответственно мы сейчас найдем обходной путь, как установить нам данную программу. Вот, WhatsApp мы таким обходным путем устанавливали. Вот, ну, соответственно, получится установить и эту программу. Ну, давайте я вам покажу. Нажимаем, например, скачать программу с Microsoft Store. Потом сейчас скачается. Вот, нажимаю сюда, запустить. И начинается выполняться переход к Microsoft Store для завершения скачивания. Соответственно, открывается ссылка. Ну, давайте я перейду на русский, чтобы было понятно, что написано. Не удалось найти страницу, которую вы ищете. Возможно, она была удалена или недоступна на вашем рынке. Возможно, она в России недоступна. Возможно, она недоступна на моем компьютере. Я этого не знаю. И, в принципе, вдаваться в подробности я не хочу. Вот, для того, чтобы нам с вами скачать данную программку и спокойно установить, мы переходим вот на эту страницу, да, и вот где здесь вот вот это вот Microsoft Store, нам вот эта вот ссылка понадобится, чтобы ввести ее вот в этот сервис. В общем, две ссылки я вам оставлю в описании. Вот, также у меня будет текстовый обзор, как установить данную программу, то есть можно посмотреть либо под видео, вот, ну, либо в текстовом обзоре. Соответственно, я вот здесь вот беру вот эту ссылку, копирую и вставляю сюда. Не переживайте, этот сервис полностью безопасный. Вот, данным сервисом я себе поставил WhatsApp. Также у меня на YouTube и в Дзене есть обзоры, где сотни пользователей поставили себе WhatsApp и ни у кого никаких проблем не возникало. Вот, соответственно, все здесь скопировали, вставили и нажимаем галочку сюда. Вот. Пошла загрузка. Надо немножко подождать. Сам должна появиться. Ага. Вот мы с вами видим данную программу. Соответственно, мы на нее вот сюда вот нажимаем. Вот, вот на это вот дело, да? Нажимаем ее сюда. Как раз сегодня было обновление этой программы, мы видим. Да, смотрите, здесь у нас восклицательный знак. Если вы пользуетесь браузером Яндекс либо каким-то другим браузером и вы видите, что у вас какой-то восклицательный знак, не бойтесь, нажимайте продолжить загрузку. Загрузка продолжилась. Все, наш файл с вами сохранился. Я перехожу в загрузки. Так, переименовываю этот файл, как мне проще, наверное, будет. Ну, давайте вот так вот мы оставим его. Я нажимаю Enter. Все. Так, и мы его вырезаем и вставляем диск C Windows. Папка System32. Ну и просто вставляем ее куда-нибудь сюда, в любое место. Да? Нажимаем вставить. Да, для перемещения в эту папку нужно обладать правами администратора. Соответственно, если у вас не админская учетка, у вас скопировать сюда не получится. Соответственно, если админская учетка, нажимаем продолжить. И пошло копирование данного файла. Все, он сюда скопировался. Дальше мы с вами запускаем PowerShell. Нажимаем правой кнопкой мыши на меню «Пуск», PowerShell администратор, нажимаем «Да». И здесь мы с вами вводим вот такую команду. Чтобы вставить в PowerShell, просто нажимаем правой кнопкой мыши. И здесь мы с вами видим вот это вот, то, что мы с вами сократили и переместили в папку
System32. Соответственно, когда вы будете сокращать, сокращайте также, вот, потом копируете и вставляете просто в команду. Ну, либо можете, сможете команду скопировать с моего обзора. Скопировали, нажимаем Enter. Пошел процесс инициализации, процесс установки. Все. Если мы с вами видим, что внизу не появилось никаких красных букв, никаких дополнений, либо еще что-то, значит, наша программа установилась. Мы ее закрываем. Закрываем PowerShell. Заходим в пуск. Все приложения. Спускаемся вниз. ПК-менеджер новая. Пожалуйста, нажимаем. И программа запускается. Соответственно, возможно, что-то нужно доустановить. Нажимаем сюда. Нас перебрасывает на сайт Microsoft. Microsoft Edge WebView 2. Да, смотрите. У меня данного пакета нет, потому что я его удалил. Вот, у вас, возможно, не потребует установки. Вот, давайте я сейчас открою в папке. Так, запустить. Сбой установки. Уже установлен в системе. Понятно. Нажимаем повторить. Сейчас у нас обновится. Все, программка у нас обновилась. Мы видим старт. Нажимаем старт. Все, программка у нас запустилась. В следующих обзорах я более подробнее рассмотрю, как работает данная программа. На сегодня все. С вами был Алексей про IT. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Всем удачи, всем пока-пока.